Еще чуть-чуть осталось. А вот это один, а вот это два? Это вот полный круг, это один, потом два. Наклон вперед, лег назад, это один. Наклон вперед, много здесь, ну еще один раз делаю и все. Вместо 20. Да. А теперь вам надо будет попробовать из этого положения, когда вы лежите спиной, Артем. Сейчас будет трудное упражнение. Встать без рук. Да. Покажи, стоп. Ксюх, покажи, пожалуйста. Боком повернись к парням. Боком повернись. Смотрите внимательно. Вот она легла и пытается встать. Ручки вперед. А, давай, тяни, тяни, тяни. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Тяни. Рывок. Вот все это надо попробовать встать. Вы можете проще. Знаете как? Смотрите, какая штука, что можно сделать. Вы можете начать с этого положения. Зачем руки вперед? А вы сами можете показать? Конечно, я сейчас и буду показывать. Дима, отодвись чуть вперед, чтобы я тебя не толкнул. Смотрите, вот руки вперед, когда мы вытягиваем. Вам это потом пригодится все там, там, на турниках для трюков. Вы будете вытягивать с помощью рук и ног. Это незаметные движения будут встроены в общую красоту элемента. Но это вам поможет. Вот смотрите, руки вперед, чтобы не упасть. Не делай пока, чтобы не упасть. Лег. И также... Встал. Могу прогиб додать, бедра больше я буду выводить. То есть, смотрите, я больше делаю прогиб. И также я буду поднимать бедрами. Поехали. Это надо хотя бы попытку сделать. Хотя бы попытку. Не падать, пресс напрячь. Нет, задницы. Давай, Артем. Артем, давай, братан. Попробуйте, попробуйте. Трудно же, да, Семен, трудно? Вы? Без рук, без рук, без рук, без рук. Парни, парни, вы будете владеть своим телом. Вы будете владеть своим телом. Зачем? Надо без рук. Они у тебя будут приподниматься. Давай, да-да, они будут приподниматься. Опа, Ксюха, вот, тяни, тяни, тяни руками. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, она, видите, какой прогиб в мостик большой сделала. Все, парни, поехали, хотя бы один раз надо сделать. Я два попробую. Один раз. Один раз четкий, четкий. Артем, ножки вместе сделай. Я не с помощью тоже. Молодец, хорошо, только ножки вместе соедини. Семен, терпи. Тяни, 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 тяни. Руки тяни, прям живот напрягай, тяни. Давай. Сем, а знаешь, как подсказывать? Ребята, смотрите. Смотрите, какая штука. Можно махать руками дать. Но я и Ксюша вам показали маленькую подсказку. Первое, задайте прогиб. Смотрите, какая штука. Здесь вы научаетесь управлять своим телом. Смотрите внимательно еще раз. Внимательно. Я падаю. Вот первое, надо опускаться вниз. Первое, да, Семен. Артем, надо смотреть, что сделать. Ибрагим, не балуй. Первое, смотрите, что сделаем. Мы сейчас надо напрячь ноги, напрячь живот. И я опускаюсь вниз. До свидания. Бум, лег. Теперь смотрите. Вот если как Семен или как многие ребята делают, мы пытаемся голову поднять. Это тяжело. Оп-оп. А вы тяните бедра, бедра, живот. Да. Тяните бедра, Сом. Слышишь? А голову поднимать это очень тяжело. Ибрагим, сейчас, погоди, мы закончим разминку. Парни, поехали, по одному. Бедра тяните. Я сделал. Сколько раз? Ну, на телефоне вот он решил. Один, надо одну хорошую действие сделать. Попыток, может быть, вы сделаете 10. Сем, это крутое упражнение. Ты хочешь телефон с собой взять? Не, ну, если тебе дадут родители, бери, конечно. Парни, поехали. Практически, Мишань, да? Практически. Поехали, делай. Один раз делайте все. Миша, Бибин, сейчас надо сделать, да. Миша, Бибин, мы тебя ждем. Все, бедра тяни, бедра тяни. Голову оставь на полу, тяни бедра. Давай, давай, не падай только аккуратно. Оп-оп-оп. И тяни бедра давай. Голову оставь на полу, не гони. Все, поднимай руки, вытягивай к полу. Нет, не туда руки, да. Вот он помог себе руками рывок. Юра, вот тоже тебе подсказка. Блин. Двое сделали, давай. Трое, покажи. Я сделал.
Семен, сейчас получится. Показывай, Макар, показывай. Показывай. Бедра тяни. Рывок мах. Мах руками давай. Ну ладно, чуть-чуть. Ладно. Давай, Юрец. Давай. Сейчас смотрим. Семен, сейчас все получится. Смотри, как они делают. Махай руками. Давай. Лег. Голову на полу оставляй, таз поднимай, бедра тяни, Юр. И мах руками задай. А, он вообще, смотри, он вообще... давай, ладно, так же. Я носками опираюсь. Здесь просто какая штука. Ты сидишь на ягодицах, а здесь задача поднять надо ягодицы, бедра поднять. Ну, блин. Вот, Сем, если ты сидя, получится. Ну, сейчас я тебе подскажу. Посмотрите еще раз. Смотрите еще раз. А у меня получилось. Да, ну смотрите, да. Ну-ка. Но ты сидишь на ягодицах, а здесь, смотри, какой прикол. Здесь мы опускаемся. Здесь надо их поднять. И я поднимаю бедра, ноги распрямляются. А у тебя, смотри, как получается, Юр. Да. Ты вот так сгибаешься. Это проще. Сейчас я помогу. Давай, ложись. Нет, сначала выпрямимся. Все, вот так ложись. Прямое. Сейчас, погодите. И теперь так же поднимайся. Поднимай таз. И руками резко махай вперед. Давай, Артем, пойдем. Молодцы, сейчас помогу. Вот домашнее задание, да, упражнение какое? Давай, мышь, прямо сразу. А мы делали на танце. Напрямляйся. Молодец. Давай. Заваливай. Нет, стоп. Туда взгляд. Заваливайся. Ложись. Нет, не сгибай. Держу ручки. Держу вот так. Противовес. Не сгибайся. Молодец. Теперь здесь делай прогиб и руками махай. Вверх, вперед. Вот так прогиб надо сделать. Поднимай пузо. И давай резко руками махай. Поднимайся. Двумя руками. Отсюда махай туда. Давай, пошел. И поднимайся. Махай. Руками махай! А мы сделали на танце такую же штуку, только мы так сделали мостик. Нет. Вот, упражнение. Ножки ставь сейчас. Ну, да. В мостик, да, классно. У нас, Ксюх, у нас такой гибкости не хватит. Ты можешь поуже сделать. Поуже, давай, ложись, поуже. Первое, повисли. Парни. Повисли. Просто повиснуть надо. Просто повисли быстрее. Семен, давай. Мишаня. Висим, Артем, висим, не болтаемся, висим, просто повисим. Вылезли, меня тоже вылезли, сейчас зальются обратно. Давай, висим. Макар, повисли. Расслабили сейчас корпус, ножки вот так вот бедрами подвигли, расслабили. Просто висим, забудьте о боли в руках, нам теперь надо перетерпеть. Надо, Семен, надо перетерпеть, братан. Я один раз упал. Молодец, Мишань, висим. Юрец, висим. Я знаю, что трудно, парень, надо потерпеть. Терпим. Я знаю, что трудно. А теперь смотрите, какая штука есть. Если на меня посмотрите, вот сейчас надо так бедра повернуть, чтобы одна рука длиннее стала. Потом вот так. Вот, то есть вниз вверх бедрами. А вам тяжело рука? Очень тяжело. Братан, надо повиснуть еще, очень тяжело. Но я ногами касаюсь, невидимыми. У меня две невидимые ноги есть, я ими касаюсь. Четыре невидимые руки я ими. Давай зависть туда, зависть. Сейчас я сверну потом. Давай. Отрастить.
подвигли ножку, ну, да, подвигли, подвигли. Именно, да, 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 все же, да. Мы именно расслабляем таз. Так? Да, вверх-вниз как бы надо. Как будто я по ступенечке шагаю. И бежим. А с этим, ну, бывает такая же тема, только желто-белая. Чем мешать? Трудно? Руки сбросили, смотрите, вот вы стоите возле каких-то там столбов, взяли свою... Ударил себя что-то? Да. Вот это у тебя сильно? Нет, это... Два дня назад. А, ну это не сам себя поставил? Я думаю, ты сейчас выходишь. Я меня в медпункт очень повел. Серьезно? Да, потом сестра пришла. Сознание в тело? Нет. Болела просто голова? Да. Блин, а сейчас тебе можно заниматься? Ну сейчас тоже, как будто ты говоришь, я руку ударил, я подумал, что ты такой сильный, сам себе синяк поставил. Ну, живой, все хорошо. Ребятня, пожалуйста, подошли к столбу. Вот так, потерпеть можешь? Протянулись об столбик, протянулись, сейчас еще раз зависать будет. Миша, надо терпеть. Протянулись. А смотрите, есть такая интересная штука. Вот вы можете немножко утереться в столб и вот так протянуться. Да, ну и класс. Давайте протянемся. Об столбик, да. Например, есть такой еще на турнике, выход на турнике по одним разгибам или мастеровка делается. Там тоже руками действия, вот так вот делается, оп, и вылетаете. Я пытался на плёвку сделать. Все получится, Макар, надо просто укрепить тело. Готовы? Димарик, не получится. Зависаем еще раз сейчас, погодите, еще раз зависнем, пожалуйста. Миша, Бибин. Миша, Бибин. Не будешь зависать? А что, ты хочешь на руках постоять? Стоять на руках, а поджиматься хочешь? Не хочешь? Просто возле столба хочешь постоять? Давай, тогда знаешь... Бари стол, чтобы ты силу качал. Бери и ломай стол, просто бари его. Давай, ну по какой-то силе. Ну, хоть ты делом займешься. Все, ребятня, зависли. Зависли. Классно. Теперь старайтесь плечики опустить вниз, а головой коснуться потолка. Плечи вниз, а головой тянуться к потолку, да. Ручки прямые. Да. Ручки прямые. Плечи вниз. Ксюша, плечи вниз, а головы тянемся сюда, к потолку. Макар! Плечи вниз, Семен. Плечи вниз, головы тянемся к потолку. Да. Руки прямые. А что ты сидишь? Семен, ему трудно, он стол видишь, борет. Или он слушает, что стол ты не скажет. Плечи вниз, голову вверх. Семен. Димарик, плечи вниз, голову вверх. Молодец, Юрец. Мишаня, молодец, Ксюша, да, ты знаешь, что трудно. Макар! Еще раз запрыгнули. Руки сдираются. Это бывает. Хорошо, к столбу опять руки протянули. Опять, Протянули. Протянули. Он борет стол. Но он станет сильный и будет столбы бороть. Мишань, тебе надо тогда в клуб борцов со столбами. Если такого клуба еще нет, то надо такой клуб организовать. А что это будет клуб борцов со столбами? Как? Борцестол. А еще и можно смотреть его. Че ты стоишь? Че ты стоишь? На стол. Музыка, да? Давай, рассказывай, сейчас, что у тебя болит, что случилось? Руки болят. Руки болят, мозоли, показывай, что у тебя? Вот здесь.
Вот это? Не, ну нормально, смотри, вот у меня, у него, смотри. Нормально же. Болят? Ну болят. А куда делать? Не болят, но зажили. Уже надо перетерпеть. Мишань, реально надо потерпеть. У меня уже отрывалось вот это. Мозоль, позже. Да. Парни? А? Он чисто на улице снимается. Ну, тоже мозоль отрывается. У него прям руки все разные. Парни, попить и мыться в туалет, пожалуйста. Давайте в темпе делаем. Миш, надо перетерпеть. А мы кушать будем? Кушать, а что ты хочешь? Когда у меня вот такая белая вафля надувается, сейчас, я ее вот так вот делаю. Ну, лучше не отрывать. Почему? Это кожа... Вот если а у Макса вот такая была. Если кожа отрывается, там попадает, может быть, грязюка попасть туда. И заразиться. Болеть будет там. И что мне сейчас попадет? Нет, сейчас он... Нет, это, например, когда если с кровью там какой-то. Лучше вообще лучше отучить себя ковырять. Лучше не ковырять. Макс, я всегда люблю поковырять. Ну, оно прикольно, да. Но это убрать, но лучше не надо. Ну, вот мозоли отрывают. А почему ребятня? Вот здесь... Ну просто прикольно, так. А, да. Я прикольно поотрывать мозольку. Я с мастер-классом, а в следующий раз мне сушу шоколадный. Кого шоколадный? Мастер-класс. Айфон шоколадный? Да. Позвонить по нему можно будет? Да. Смотри, какая штука. Нет. Да он из шоколада его сделал. Подержи, попробуй пальцем. Ты тоже. Как камешек. Это я не отрываю мозоли. Это я не отрываю, ну да, Ксюх, смотри. У батя, у него папка, у него кузнец, у него вообще, да, там мозолики. А если вы оторвете, что? Ну, дырка здесь будет в коже, она потом опять заживет, ну зачем это надо? А так это как защитная, у меня такая природная защита такая. Ее потом не будет. Вот. Она помогает. Конечно, она. А да. Как мне помогает? Она помогает, вот чтобы не. Она вот смотри. Уже эта кожа как бы мертвая. Не, она не мертвая, она твердая, как дубленок, как ботинок. Типа легче. Ей не больно, она не чувствуется. Да. Вот смотри, вот здесь мягко, я чувствую. И вот здесь вообще не чувствую. То есть нету болезни. Но здесь она натерла. Бывает, люди кулаки бьют, у них на кулаках вот такие мозоли. Да, вот здесь. Вот такие ручища. Чтобы ничего не чувствовать. Ну так лучше, так руки слишком страшные. А если берут пластырем заклеить? Можно ли, можно пластырем, можно этим, кремом помазать? Можно кремом, но она кремом размягчает, она может разорваться. Там есть такие нюансы, от которых ты потом с возрастом поймешь только. Сейчас ты сразу не поймешь. Не знаю, я так, кремом мазать. Не, можно крем, конечно, но ты, Ксюх, тебе не надо, как парень на турниках, руки ушатывать, там такие дырки, там дарить. А мы кушать будем? Погодите, парни, 5 минут, вы перерыв сделали? Что у нее? Ну, тоже разорванные руки, отрываются постоянно все это. Да, это очень тяжело. И беги, парни, 5 минут попить, умыться в туалет. Сейчас, погоди, сейчас Сергей Сергеевич ждем. Давай, пока, давай, к турникам готовься, да. Не можешь? А что ты какого хочешь делать? Аккуратнее. Диман, аккуратнее. Дима, с этой штучкой аккуратнее, ладно? Да. Смотрю. Макар, без матов лучше не делать. Запрыгнул, Юрец, молодец. Макар, без матов лучше не делать. Дим, это знаешь для чего? Это чтобы ты ее руками можешь побить. На нее не залазь, а ее руками можешь побить. Побей, побей, не стесняйся. Только аккуратнее, да. Чтобы она вам ответ не ударила. Сейчас, парни, ребята и девчата, готовьтесь к подтягиваниям. Сейчас будут подтягивания четкие. Мишань, готов? Ксюх, готова? Готовьтесь к подтягиваниям. Советую кисти размять. Юра, 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 так не надо. Миш, Миша, Миша, стоп, стоп. Упор лежа принять. Всем. Быстрее. Быстрее, Миша. Бегом сюда. Ты слышишь меня? Упор лежа принять. Юра, я же сказал, так не надо. Но ты повис, показал пример, и теперь вот Мишаня залипает на груши. Упор лежа принять. Ребят, мы же договаривались. Когда я говорю стоп, остановитесь. Это от этого ваша безопасность зависит. Раз. Вниз, два наверх. Миша, тебя ждем. Раз, вниз, два, наверх. Два. Раз. Как легко, да, тренировку превратить в отжимание. Мне так хотелось, чтобы вы сегодня много или мы так быстро разминку провели интересную. Быстренько подготовились. Быстрее, быстрее, Семен, давай. Потому что плохо себя ведем все вместе. Два.
Ты пока себя ведешь хорошо, но сейчас зайдешь сюда и будешь отжиматься с нами за компанию. Раз. Ну, за компанию, Семен, пойдем. Два. Пойдем, пойдем, сильнее станем. Раз вниз, два наверх. Раз. Два. Зачем пришел? Да это красавчик, что пришел. Раз. Макар! Вы что, парни, прикалываетесь, что ли? Ксюх. Вот девочка у нас, Ксюша, делает, да, спокойно, не дергается, ничего, ни странные действия не совершает. Макар, у тебя не осталось совсем сил для хорошего правильного отжимания? Звони маме. Звоните родителям, сейчас подумайте, у вас одна минута, позвоните родителям, что вы не можете заниматься. Если вы сейчас не будете родителям звонить, значит, мы продолжаем тренировку. Но не дай бог, я сейчас еще увижу какое-то дергание ненужное. Макар, ты это зачем делаешь? А? Макар, ты это зачем делаешь? Макар. Зачем? Не зачем? Два. Раз вниз, два наверх. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Половинка. Половинка. Руку в половинку согнули в локтях? Половинка. Не надо грудью на пол ложить. Половинка. Руку в локтях согнули. Половину. На половину, Ксюша, умница. Два. Два наверх. Раз. Два. Раз. Два. Вы поймите, если вы думаете, что вы там бегаете, балуетесь, нарушаете дисциплину. Два. Два, Семен, два. Вы показываете другим, Дима, два. Вы показываете, Юр, другим пример. А вот видишь, например, Миша Биби на тебя посмотрел, залез на грушу, да, и у него силы сразу кончились. Он даже ничего не... У тебя-то силы были, ты на грушу залез, меня не послушал, да, и спрыгнул. А вот Миша Бибина силы совершенно кончились. Вот как сделать так, чтобы силы появились? Надо еще отжаться. Раз. Два. Мишань, так ты будешь спать? Раз. Два. Раз. Два. Раз. Легли. Ручки подняли вот так над землей. Вот так. Вот так подняли над землей. И ножки подняли над землей. Выше ручки. Локтями не касаемся. Коленями ноги выпрямили. Ноги выпрямили. Коленями не касаемся. Теперь взялись колечко, бублик, зацепились ручками за ножки, поднялись максимально вверх. Держим. Держим. Держим, Макар, держим. Да, Ксюша умница, держим. Мишаня молодец. Мишаня Бибин тоже молодец, если вытянешься. Семен выше. Артем выше. Димарик молодец, Юра. Все молодцы. Миша, терпи. Выше ножки. К потолку тяните. Семен, не смотри туда. Вам надо к потолку тянуть. К потолку тянуть, к потолку. Ноги, руки тяните спокойно. Расслабились, руки не отпускаем от ног, расслабились, вниз легли. Руки от ног не отпускаем, легли вниз. Макар, руки от ног не отпускаем. Теперь постарались так руками тянуть ноги в пол, чтобы вы пятками коснулись пола. Подтягивайте руками в пол. Да, Ксюша, умница. Чтобы вы пятками коснулись пола. Тянем, тянем, тянем. Тихо, 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 тихо. Тянем. Руками надо пятками коснуться пола. Обеими пятками. Обеими. Я коснулся сразу двумя. Ну давай, коснулся и придави, и пятки придавите к полу. Теперь опять вышли в бублик. Поднялись. Опять поднялись, вышли в бублик. Колечко. Тянемся вверх. Тянемся вверх. Семен, тебе надо прям вверх ноги тянуть. Да, 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 тянемся. И теперь начинаем потихоньку покачиваться. Вперед-назад раскачиваемся. Как колечко. Раскачиваемся. Макар, туда-сюда качаемся. Качаемся, качаемся. Вы должны закатиться, аж грудью на пол закатиться. Аж, Семен, аж грудью. Только ножки поднимай. Поднимай ножки, да.